Друзья, приветствую! Константин из Питера откатал очередное масло. Это у нас Castrol Edge Supercar 040, полнозольное масло от Riba 4. И вот две пробы. Значит, нулевая проба, 10 минут автомобиль поработал на данном масле, обратите внимание на цвет. И вторая проба, это 228 моточасов. Значит, частично покажу вам сейчас обновление спектра. Вот спектрограмма была, пиков эстеровых там не замечено. И сейчас подправлю данные, которые сдвинулись на болванке после обновления спектра. Смотрите, противоизносных присадок 93%. Это относительно Castrol 030. Ну, очень похоже. Так, гликоль, нитрование. Ну, это все я сейчас отрицательные значения уберу. Обратите внимание на кислотное 1,61 и щелочное 9,8. То есть это то, что намерил сам прибор. На одном известном ресурсе данное масло проверяли, и там отличие было по щелочному 5 сотых разница, а по кислотному 9 сотых разница. Очень близкие результаты, даже немного удивительно. Так. Данные я подкорректирую. Нитрование тут отрицательное. Я его добавил. 2 единицы. Ну так хотя бы какой-то начальный уровень был. Не отрицательный. Ну а кислотный и щелочной я даже трогать не буду. Оставляю как есть. Сохраняю эталон. И можно приступать к проверке нулевой пробы. Значит, это Infiniti EX35 8 года 3,5. Бензиновый мотор, VQ35 HR 311 сил, общий пробег 225 тысяч с копейками. Ну и давайте посмотрим. Закладываю я две капли пробы в кювету и посмотрим, что намерит прибор. Хочу, да, напомнить, я могу ссылку на прошлое видео, я уже не помню, какое масло было, с присадкой. Да, смотрите, значит, уровень присадки 97, но это погрешность, в принципе, может быть. А вот кислотное со щелочным, тут уже ситуация такая другая, скажем так. Значит, кислотное 1,8, это 19 сотых, почти 2 десятки подросло. И щелочное понизилось на 1,4, серьезное такое понижение. Вот. Гликоль здесь появился, возможно, гликоль именно от наличия присадки прошлой в несливаемом остатке, и также, скорее всего, вот этот несливаемый остаток повлиял на само масло, потому что выросло кислотное и сразу же прилично прибило щелочное. Я найду какое-то масло было и прикреплю, наверное, в комментарии, чтобы могли посмотреть, потому что там, значит, Константин накатал на нем, насколько я помню, почти 300 часов, а ресурс я насчитал после взятия пробы в районе 150, по-моему, что-то такое. То есть там, видимо, присадка за счет компонентов прибила кислотное. Ну, в любом случае, смотрите в комментарии. Так, это я данные эти сохраняю. Можно приступать к проверке основной отработки. Ну, держа в уме, что изначально уже масло получило нормальный такой пендаль в виде несливаемого остатка. По крайней мере, так мне это видится. Значит, вот спектрометр захотел проверить частоту окон, измерить фон. Так, пока он это делает, я вам озвучу, что... Значит, пробег на масле почти 5000 километров, 4970, 228 моточасов, средняя скорость 21,7 километров в час. И топливо, используемое «Газпром» нефть, 95-е. Так, значит, все, прибор готов. Я закладываю пробу в кювету и давайте посмотрим, что же получится у этого суперкара. Так, ну смотрите, противоизносная присадка. Кстати, на
этом Infiniti, на этом моторе никогда не жрала противоизноску. Здесь, скорее всего, тоже это связано с прошлой присадкой. Какой-то непонятной сажи нету. Нитрование нарастает, но в принципе зазор по нему еще достаточный. Чуть-чуть понизилось щелочное, ну, естественно, растет кислотное. В принципе, ну, сейчас вот значение нормальное, относительно нулевой пробы, как бы все, я бы сказал, в пределах нормы. И противоизносных присадок 49, ну, половина. И опять же, вот этот гликоль появился. Мне кажется, что, ну, скорее всего, возможно, присадка выпала даже где-нибудь в поддоне в осадок, которая была. Так что не все присадки, скажем так, одинаково полезны, на мой взгляд. Так, сейчас я покажу вам сравнение вязкости. В принципе, пробег на масле не такой уж большой, всего 5000 километров, 230 практически моточасов. Давайте посмотрим, что покажет вязкость. Но это городская езда. Ну, по вязкости, смотрите, да, особо проблем нету, учитывая то, что преимущественно это город, разжижение примерно 20%, ну, нормально, нормально масло ведет себя. Ну и с мотором не видно, чтобы там какие-то были проблемы, чтобы лили форсунки. Да, не забывайте отметить видео, подписаться, кто не подписался, ну и нажимайте колокольчик, если не хотите пропускать новые видео. Ну и традиционно в конце оценка ресурса. По данным тенденциям и с учетом того, что первоначально масло сразу прилично просело, у нас получается, что 308 по моточасам, 6700 по километрам, нитрование 470. Но вот уже на некоторых машинах так вырисовывается такая картина, что 450-500 моточасов фильтр выдерживает. Ну и по вязкости тут вообще можно игнорировать данные. Значит, вот такой получился тест. Сами судите о том, как отработало масло. В принципе, оно, ну, относительно недорогое, насколько я понимаю. В общем-то, достаточно неплохо. Возможно, что если бы не было прошлого масла с перекатанным пробегом и добавлением присадки, возможно, что это отработало бы там, ну, в районе 300, может быть, 50 часов. Но однозначно оно, я думаю, отработало бы получше. Но, тем не менее, имеем то, что имеем. Благодарю Константина за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока!